Фигуристу Роману Костомарову стало хуже. Пневмония уже двухсторонняя, а легкие деформируются. По секретным данным, у спортсмена развился двусторонний гидротаракс. Чем он опасен? Гидротаракс вызывает сжатие легочной ткани, из-за чего нарушается кровообращение и появляется риск смещения органов в средних отделах грудной полости. Роман по-прежнему на ИВЛ, дышит через трубку в трахее. Врачи коммунарки делают все возможное, чтобы остановить ухудшение состояния фигуриста. Роман, держись, мы все с тобой, мы все молимся, всех благ, и мы ждем тебя. Поддержите, друзья, пожалуйста, хорошими словами в комментариях.